Однажды зимой было очень холодно и скользко. Я упал и больно ударился. От боли из моих глаз потекли слезы. Рядом со мной остановилась девочка и говорит: «Ты что, плачешь? Тоже мне, маменькин сынок. А что в этом плохого? То, что у меня есть мама, и я ее сын?» Маменькин сынок. Бесхарактерный, нерешительный и неуверенный в себе мужчина, избалованный женским воспитанием. Маменькин сынок. Так мы называем мужчину, который ведет себя как ребенок, который часто советуется с мамой и в спорах встает на ее сторону. Он не любит принимать решения и нести ответственности. В нашем понимании это обидная фраза, поэтому использовать ее нужно очень аккуратно. Русский мужчина может огорчиться, если мы назовем его маменькиным сынком. На французском языке звучит эта фраза «fils à maman».